Привет, супер ученики! С вами Франс Руси. Сегодня я предлагаю вам написать небольшой диктант. Возьмите тетрадку, ручку. Я буду читать вам небольшой текст. Слушайте внимательно, а затем мы проверим ваши ошибки. Готовы? Начинаем. С утра пошел снег. Это не был тот знакомый снегопад, к которому мы привыкли. Снег выпал в южном городе, и это выглядело как чудо. Огромные снежинки медленно падали на землю. Облик города изменился до неузнаваемости. Теперь вы можете перемотать видео назад, послушать еще раз. Напишите все, что услышите. Проверяем. С утра пошел снег. Это не был тот знакомый снегопад, к которому мы привыкли. Снег выпал в южном городе, и это выглядело как чудо. Огромные снежинки медленно падали на землю. Облик города изменился до неузнаваемости. Напишите в комментарии, сколько у вас ошибок. Если у вас не было ошибок, тогда это высший балл. Поздравляю! А теперь разберем слова. Снег. Снежинки. Снегопад. Снегопад – это процесс, когда идет снег. Утро. Город. Южный. Южный город. Это город, который находится на юге. Медленно. Антоним слову «медленно». Быстро. Медленно ходить. Медленно говорить. Медленно читать. Город изменился. Изменился в неопределенной форме – это глагол «измениться». Мои милые ученики, спасибо вам, что посмотрели это видео. Напишите в комментарии примеры, используя изученные слова. До встречи!